Всем привет! И сегодня я расскажу вам страшную и ужасную историю о том, как по ночам наши орхидеи и другие домашние растения буквально душат нас, и поэтому нам нельзя спать с ними в одной комнате. Да, вот такое я прочитала. Когда-то на заре, в общем-то, увлечение всего растительного я прочитала такую статью, потом полезла в поисковик и нашла еще множество статей на эту тему. И недавно я читала и готовилась к видео про фотосинтез. И снова попала на одну из таких статей, посмеялась, и мне очень захотелось об этом рассказать, потому что люди действительно в это верят. Многие новички пугаются, и люди очень авторитетно часто заявляют, что да, это действительно так. Но это миф. Ребят, честно, это миф. Я знаю кучу людей, которые не просто живут с огромным количеством растений, но растят их в спальне, прекрасно спят и отлично себя чувствуют. Но такой миф бытует. И давайте разберемся, откуда он взялся и почему в него не стоит верить. Итак, этот миф родился из одного из ночных процессов, который происходит внутри наших орхидей и всех остальных растений. И этот процесс называется дыханием, потому что он максимально напоминает дыхание в прямом для нас смысле. То есть наши растения ночью в темноте поглощают кислород и выделяют углекислый газ. И множество статей утверждает, что это безумно страшно, это надо бояться, потому что когда вы спите, вам не просто не хватит кислорода, растения его весь заберут, и у вас наступит страшное, пристрашное кислородное голодание, но также вы можете и получить отравление углекислым газом. Все потому, что растения, скажем так, выдохнут назад именно углекислый газ. Как это происходит? Листья наших орхидей, других цветов, других растений покрыты мельчайшими, невидимыми для нашего глаза порами. Их называют устицами. Максимальное их количество сосредоточено с обратной стороны листа. Это вот мы переворачиваем. И это вот здесь. Но также они есть и на поверхности листьев. Ночью в определенных хороших созданных условиях происходит активное дыхание, качественное дыхание. Оно нужно для жизни наших орхидей, оно полезно. Орхидея в этот момент раскрывает устица и забирает молекулы кислорода, О2. Внутри орхидеи в это время уже выработались сахара, глюкоза, и, собственно, молекулы кислорода вступают в соединение с глюкозой. Если я не ошибаюсь, химическая формула C6H12O. Не помню циферку. Простите меня, пожалуйста, за такую мою оплошность. Не вспомнилось мне быстренько. Так, и у нас происходит химическая реакция. И в итоге мы получаем на выходе воду H2O и углекислый газ CO2. Да? И, собственно, вода остается в растении, а углекислый газ растение выпускает. И вот очень полезный и нужный процесс, который происходит внутри нашей орхидеи, но очень-очень страшный для писателей-фантастов. А на самом деле это все происходит не в таких больших объемах, чтобы как-то навредить человеку. И, ну, давайте так, собака, спокойно. Давайте об этом вот здраво подумаем. Вот вы представляете, если бы это было так страшно, люди бы после ночевки из лесу не возвращались. Ну, вот так вот, если по-честному. И, по сути, любимый человек, спящий рядом, любимый нос-барбос, который спит у вашей кровати, любимый кот, который спит
на изголовье вашей кровати поглощает гораздо больше кислорода и выдыхает гораздо больше углекислого газа, чем огромный стеллаж с растениями. По этому поводу есть исследования. Есть обычные живые люди, которые живут с огромным количеством растений в спальне. Можете посмотреть на них. Это все не страшно. Вы можете не бояться. И при всем при этом растения на самом деле улучшают микроклимат вашей спальни, потому что они повышают влажность, они производят кислород днем во время фотосинтеза. И давайте честно, когда мы растим много-много растений, мы их очень любим, мы стараемся создать для них лучшие условия, и мы даем им больше приток свежего воздуха. Многие покупают увлажнители воздуха, мойки воздуха, и это прекрасно сказывается и на нашем с вами здоровье. Поэтому на самом деле это очень полезно. Насчет того, что растения очищают воздух, ведутся споры, потому что, да, они его могут очищать, но не в таких огромных количествах, как мы себе это обычно представляем. И раньше НАСА, Бонни, шатай, пожалуйста, камеру, проводила исследования перед полетами в космос, которые показывали, что некоторые растения, собака, имей совесть, умеют очищать воздух, и их следует брать с собой, они будут помогать космонавтам, в общем, жить в их долгий и страшный полет. Но сейчас, опять-таки, выходит достаточно много статей по поводу того, что не настолько хорошо они очищают воздух, то есть, чтобы действительно очистить воздух в квартире, ну, вам буквально надо жить в лесу. Я на себе не проверяла, но статей существует много, хотите, почитайте, есть какие-то уже известные источники различные, тоже институты, которые работают на НАСА, есть мелкие институты, есть наши, есть зарубежные, но статей по этому поводу много. Вот. Так что я надеюсь, что для вас миф развеян, и что вы перестанете бояться растений у себя в комнате. И если вы новичок, и вас действительно тронул этот миф, не бойтесь, ставьте. Вам будет приятнее спать в такой комнате. Но у меня на этом все. Надеюсь, вам понравилось и было полезно. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео, ставьте лайки, заглядывайте в описание. Там много интересных ссылочек, ссылочек на различные мои соцсети, где я выкладываю много фото, много информации, которая не входит в видео, а где можно пообщаться, познакомиться и так далее и тому подобное. Приятно провести время. И на этом все. Всем солнечных дней, пышных цветений и пока-пока.